Всем привет! Вы на канале Poly Kids. Сегодня мы пришли в Каски Центр смотреть на собачек. Да? Кататься будете на собачках еще? На собачках будем. Будем стрелять в тире, ковать монетку. Да? А еще, наверное, мы увидим Дедушку Мороза. Пойдем. Пошли быстрее. А, бежит, красавица. А мы тут почту мою, Деда Мороза, открываем. И вот уже в эту почту первые письма пишем. Присоединяйтесь, да с нами пишите. Пойдем писать перед письмо? Перед тем, как... Меня нарисуешь? Тебе нужно нарисовать то, что ты хочешь на Новый год. Например, под игрушку, может, ты хочешь. Свое письмецо напишешь, конвертик сложи. Угу. Все, рисуй. Что ты хочешь еще? Мишку, да? Мишка. Еще что хочешь? Ну, новые коньки. Короче, все? Все? Забыли. Поли Кидс подписать. Откуда он Дед Мороз-то узнает? Поли Кидс. Поли Кидс. Подписи на мой канал. Все. Когда-то давно хаски у северных народов человека видели только в двух случаях. Случай первый – это когда человек их кормил. Случай второй – это когда человек их в упряжку запрягал. А вот с самоедами все было иначе. Самоедов и в дом запускали, и с детьми водиться позволяли. А значит, и к людям... Вот такое письмо Деду Морозу написала Полинка. Правильно. Загадала много-много желаний. Дойдешь? Да. Всякое письмо прочитаю, это всякое желание на новый год грядущий исполню. Вот сколько, Дима, смотри. Поля, сколько их? Пойдешь? Смотри. Да. Бегает собака. Пойдем гладить. Ой, хорошая. Пушистая? По шерсти гладь, подумай. В обратную сторону дождь гладить они надо. Ой, ты убежал он. А ты испугалась. Саша, что делать? Что делать? Ой, купаются. Опять. Вот они. Они играют. Слушай, что-то кусают. Смотри, что они делают. Снег идет? Рыжик. Игруля, игруля. Пойдем, мам, мы тебя погладим, да? И как тебе собаки, Полин? Нормальные. Нормальные? Успела погладить? Кто тебе больше понравился? Беленькие понравились. Мы зашли маленько погреться. Полина замерзла. И тут смотрите, какие вкусняшки лежат. Сушки. Папа замерз тоже? Все замерз. Все замерзли. Холодина такая. Хотя я думала, тепло будет. Алина, что делать будешь сейчас? А? Ты сейчас что делать будешь? Кататься. На собаку. Готова? Да. Да? Сейчас поедут они на этих собачках. Крепко держитесь. Зай, держитесь крепко. Ну чё? Это было суперско. Как было? Суперско. А, я покатилась круто-круто. На собаках каталась? На собаках. На хаски? На хаски. И как, быстро прокатились? Быстро. Очень быстро, быстро, да? Быстро. Тебе понравилось? Да. Ну и круто. Пошли в дом мастеров. Пойдем. Варежку будешь, рукавицу новогоднюю, да? Я буду делать вот это. Давай, делай. Новогодняя елочная игрушка, да, будет? Серединке. Прижимаем ручку. Вот. Круто?
круто. Какая красота, покажи, как она есть. У меня получилась вот такая игрушка. Молодец. На елочку, да, повешаешь? Приятно, Полина. Показывай пальчиком, какие картинки. Собачку? Ну, угу. Хорошо. Лапку и подкову, да? Шикарно. Ну, давай. Хватай. Попал. Лицо серьезное сделал. Хорошо. Целимся. Раз. Целимся. Да. Лупим. Еще. 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 Достаточно. Все нормально? Как думаешь, Полин, получилось? Да. Что надо сказать? Спасибо. Пожалуйста. Что у тебя получилось? Подкова и лапка, что ли? Да? Круто? Ну все, в карманчик убирай. Это на счастье, да, нам с тобой? В карманчик. Это мне. Тебе, конечно. Я сама получила. Ты сама, да, стучала? Молодец. С ним. С кузнецом. Да? Да. С снегом. Снегу, да, которая? Давай. Ну, давай, папа. Первая. Снегу какой-то. О, попал в какую-то. Ничего себе. Все? Молодец. Спасибо. Крепко держись, Полина. Только потихоньку. Оля, ну и как тебе собака? Классно? Нормально. Домой хочешь такую? Хочешь? Ну и папа тоже следом, да? Гладить. Барон зовут его. Я мал, да, теперь? Тоже классная. Серьезная собака, да, Дочь? Полина, серьезно, это только кажется. Кажется, на самом деле добрые. В домик Кощея. Или не Кощея дом это? Чей дом-то это? Змей Горыныч. Ну что, не пойдешь туда? Смотри, не уходи. Давай, залази. Давай, залази. Тут горка. О, нет, тут она, это, такая. Здесь только не надо кататься, Солнышко. Здесь не катись. Папа и мама, спасибо, это так было круто. Там не злые были собачки. А вам, ребят, понравилось? А если понравилось, то подпишись на мой канал. И поставьте нам лайки. Всем пока.